9 октября российские аграрии получали поздравления с профессиональным праздником. Большинство на рабочем месте. Виновники торжества трудятся без перерывов на праздники и выходные. В Орловском регионе завершается уборка урожая. Несмотря на сложные погодные условия, результаты достойные, говорят в администрации региона. Безусловно, в этом году воловка у нас несколько выше, в то же время качество зерна ниже, это объективно, это, к сожалению, тенденция на федеральном уровне в целом, поэтому больше объемов урожайного зерна. Отдельные хозяйства уже приступили к уборке кукурузы и намолачивают до 100 центнеров гектара. На сегодня убрано порядка 1000 гектаров и намолочено около 10 тысяч тонн при урожайности 95 центнеров гектара.